В сети завирусилось видео, на котором ворон срывает флаг Израиля с флагштока, а затем сбрасывает его на землю. Ролик буквально всколыхнул арабский мир. Его показали даже в новостных репортажах. Многочисленные комментарии к нему пестрят предупреждениями о знамении, предостережениями и просто иронией. Постепенно к вирусному видео добавились другие, на которых вороны не только срывают или цепляются за флаг, но и рвут его. Экс-сотрудник разведслужб Израиля, знаток Корана, выступающий под сетевым ником генерал Маше, также прокомментировал скандальные ролики и привел цитату из Священного Писания, повествующую о самом первом преступлении на земле – убийстве Кабилем, Каином, Хабиля, Авеля. Всевышний говорит в суре «Трапеза» в аятах 30 и 31. Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. И послал Аллах ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата.